Ой, я так счастлива! С изящными тонкими руками, с длинными стройными ногами, и танцевала она божественно. Ты, кстати, совсем не умеешь танцевать. Почему у нее не было твоей матери? Мне кажется, ты не очень-то любишь мою мать. Не очень? Да я ее терпеть не могу. Изменять каждые 5 минут Аманде, ну, не хватило бы пунктуальности. Скажи, а ты мог бы снова ее полюбить? Кирилла, ну-ка. Загар идет. И мне всегда казалось, дорогой, что после Аманды тебе хочется тихой женской ласки и покоя. Может, хватит уже про Аманду? Разве это не естественно? Что тебя конкретно интересует? Скажи, почему ты сам первый не подал на развод с нею? Ну, потому что это не было бы по сути. Я здесь хвачу воспаление легких, как пить дать. Господи. В каком смысле? Ты выглядишь божественно. Спасибо, дорогой. Как будто сошла с рекламного плаката. Надеюсь. Личного. Мне до сих пор не верю. Мы с тобой слишком люблю тебя. Он тоже меня. Хороша любовь, ведь он даже один раз тебя ударил. Да не один раз. И куда же он тебя бил? По разумникам. Какой мерзавец. Ой, не говори, но я его тоже колотила. Я там еще такая бронзовая, золотистая. Ты полюбишь меня еще сильнее. Любить тебя сильнее, чем я люблю тебя, уже невозможно. Жаль. А я думала, наш медовый месяц будет шагом вперед. Если ты каждую минуту будешь мне об этом напоминать. Ну я хочу как можно лучше понимать тебя. Хочешь, не хочешь. Женщине, настоящей женщине, существует вечно некая ускользающая тайна для мужчины. Ну для настоящего мужчины, конечно. А мужчина? В нем что, не может быть тайны? Ни малейший. Мужчина прозрачен, как стакан. Чудная мелодия, не правда ли? Ты что здесь делаешь? Провожу свой медовый месяц. Как интересно, я тоже? Ну и как? Надеюсь, все прекрасно? Я еще не знаю, я пока не успел начать. Вот и я тоже. Я абсолютно уверен, если мы сию секунду не покинем это место, то с нами случится что-то ужасное. Но почему? Это упрямство. Нет, я ничего не понимаю. Все это какой-то кошмар. Ну какой кошмар? Все, о чем я прошу, я умоляю, давай уедем отсюда. Что мне здесь? Лошадь, ты упрямо как ослица! Да, и очень этим горжусь! Плюхнулась на травку, задрала копыта и не желает сдвинуться с места! Вот именно! Не желаю! В белом костюме. Здесь в белом костюме? Да что, сейчас же лето! Опять выдумки! Да никакие не выдумки, говорю тебе, я его видела! Ну, допустим, и что из этого? Я не могу наслаждаться нашим с тобой медовым месяцем, понимая, что он где-то здесь, под боком. Приятнее, чем тебе, и слава богу. А если попробуют к тебе пристать, я ему шею свяжу. Ну, было бы очень неплохо. Ну и все, и не будем больше об этом. Дорогой, умоляю, первый и последний раз уедем в Париж ночным поездом. Нет, дорогая, мы никуда не поедем. Мила, уж я не говорю о том, зачем я за тебя вышла. Неудивительно, что Аманда тебя бросила, если ты с ней обращался так же, как со мной. Лично я иду вниз и буду лучше на тебя дна. А ты делай, что хочешь. Иди, 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 что ты там? Да. А ну давай, попробуй. Я уже и так всех здесь довела. Это я всех довела? А может быть ты? Ну, вот что у меня, не знаю. Стой секунды, как я тебя увидел. Вся моя жизнь пошла наперекосяк. Слушай, а может быть напьемся до поросячьего виска? Ну, мы уже с тобой как-то пробовали. А конец-то был ужасен. Но начало было чудесное. Аманда, у тебя очень интересная память. Сразу же решила уехать. Но моего же с места не сдвинешь. И как его зовут? Виктор. Виктор Спринг. О, за мистера и миссис Спринг. Аманда,
тебе же нет ни единой клеточки, которую я не знал бы и не любил. Милый, я счастлива. У меня сейчас только одно желание. Страстное. Из глубины души. Чтобы ты вернулась ко мне, слышишь? Не говори больше, ни слова. Сначала в Париж, машина в гараже. Но они же поедут за нами. Ну, ничего страшного. Нужно придумать какой-то выход. У меня есть. Отлично. А Виктора не знает? Ну, знает, что она видит, но не знает где. Отлично. Ой, мы чудовищно. Мы преступники. Мы... Я ищу твою жену. Какое совпадение. Да. Видите, ярко, как красиво огни в воде отражаются. Да, интересно, кому она принадлежит?